Сегодня делаем плетение цепи под названием суперпитон. Расчеты на это и другие виды плетений уже в приложении. Ссылка на главной странице канала и в описании к видео. Так, к слову, в приложении уже можно рассчитать более 50 видов цепей. Я рад приветствовать вас на цепилогии. Для цепи понадобится спираль, которую я накручиваю через бегунок. Размер бегунка 2,5 диаметра проволоки. Отношение внутреннего диаметра спирали к диаметру проволоки равно 8. Готовую спираль нарезаю на завитки по 3,5 оборота. Когда все элементы подготовлены, можно приступать к сборке. Вкручиваю одну спираль в другую, захватывая при этом два витка. Формирую звено, проталкивая кусочки друг в друга. Получаю первое звено. Следующий отрезок спирали вкручиваю так, чтобы он захватывал по 3 витка. Четвертый отрезок нужно вкрутить в третий, при этом захватить по 2 витка от первого звена. Последующая сборка происходит в таком же порядке. Набрав нужную длину, можно приступать к пайке. Паяется цепь в местах соприкосновения витков. Наношу флюс на цепь окунанием и запаиваю средним припоем. Использование среднего припоя позволяет сформировать мясистый шов, что впоследствии уменьшит время на опиливание.
После пайки плюс снимаю кипячением цепи в водном растворе лимонной кислоты. Проверяю качество пайки и перехожу к подрезке усиков. Срезаю усики под самую пайку. Как видно, полотно имеет винт, поэтому следующим этапом выравниваю цепь. Натягиваю ее между ригелей и выкручиваю до прямого состояния. Немного сдавливаю полотно плоскогубцами, чтобы рисунок цепи был равномерным. Приступаю к запиловке. Формирую плавные переходы на местах пайки. Снимаю совсем немного, чтобы добиться равномерного скругления. Припиливать по плоскости не вижу смысла из-за относительно тонкого диаметра проволоки. Острые края в местах опиловки срезаю бокорезами с прямой гранью. Подрабатываю швы бормашинкой, и цепь практически готова. Благодарю за просмотр и до встречи на цепилогии.